Это Дик. Любящий муж. Ты уверен, что ему не навредит? Просто будет помнить, что лаять нельзя. С многообещающей карьерой. Начальство вызывает вас к себе наверх. Какой этаж? 20-й? 51-й! Поздравляю, мистер Харпер! Но как только он решил, что все идет хорошо... Его компания... Что происходит? Эй, пожарже, потушить! Как же мне повезло, что ты всегда меня прикроешь. Его подставило. Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов. Наше сбережение, пенсия, все пропало. Вот такая заковыка, Дик. Банк отобрал у нас газон. Я даже не знала, что такое возможно. Мы жили честно, а нас поимели. Может, по кофейку заодно? Как насчет мока со льдом? Так, народ, два мока со льдом. Шевелитесь! Ох ты ж, батюшки! Лап, ты цела? Порядок. И не пытайтесь нас остановить. Мы вооружены и опасны. Мы психи. Кексы у вас диетические? Диетические или нет? Вроде бы. Ой, Лап, попробуй обязательно. Они вышли на тропу войны. И готовы преподать большому бизнесу. Ты хочешь ограбить Джона МакАлистера? Урок. Мы ему отомстим. Ему крышка. Columbia Pictures и Imagine Entertainment представляют Джим Керри, Тиа Леони. Как уютно, в чем ваш секрет? Аферисты Дик и Джейн. Может, пора мощность уменьшить? Думаешь, надо? С самого рождения дочь для отца становится центром вселенной. Ты холишь ее, лелеешь, наблюдаешь, как она превращается в сильную, уверенную в себе, независимую женщину. Но однажды, лицом к лицу, ты сталкиваешься с ее избранником. Мать ваша, флеминги прикатили! Да! Боже, это он. Слава яйцам! А фигурка у него, кстати, неплохая. Чё вы там делитесь? Прошу вас, прошу. Этот ее парень какой-то интернет-миллиардер. Так охерительно, что вы наконец приехали. Потише, скотище, ребенок. Ладно. Язык мне в жопу. Фильтрую базар. Папа Лейерт не следит за речью, но он хороший парень. Помнишь ту ночь в джакузи? Стеф раскрывалась, ну точно как цветок, мы бы видели. Мне бы не хотелось это видеть, но как будто увидел. Этот парень — настоящее наказание для отца. Мне так хочется тебя обнять. Доброй ночи. Не въезжай, чё он взъелся? Я самый обычный парень. У меня для вас сюрприз. Та-дам! Это наша рождественская открытка? Для семейства! Тут написано «Счастливого Рождества». Счастливого Рождества? Да. О, крандец. Татушник понял меня буквально. Ну что, так и помру. Нет, на Рождество я собираюсь сделать Стефе предложение. Ты дашь свое благословение? Да? Нет. Мне нужна пара дней, не больше. И к утру Рождества ты будешь звать меня сын, а я тебя папа. Можешь даже не мечтать. Еще посмотрим, пап. Уж точно нет. Пап, прекрати. Хватит. Батяня. Да перестань же ты. Папуль, ну чего ты? Стеф, ты могла выбрать любого. Почему Лейерт? Потому что я с ним счастлива. Он своими щупальцами скоро всех нас передушит. С его подачи мать обкурилась марихуаной. Пошла, лошадка! Этот прощелыга недостоин нашей дочери. Я прикончу этого осьминога. Бум! Шакалакалака! Ты же не расскажешь Стефани о предложении, да? Это дрон? Лейерт шпионит за нами. Что? Пошел прочь, негодяй! Напопал! Охренели? Алло? Привет. Детка, привет. Разбудила? Нет, просто я в отеле и как раз завтракаю. Милый, я понимаю, что тебе это было нужно, но я хочу знать правду. Ты же знаешь, что можешь мне все рассказать, малыш. Дэвид? Да, я перезвоню тебе. У тебя все в порядке? Да, зашибись, я люблю тебя. Эй! Что? Смотри! Гони, гони!
в Пэкаус. Мне 22, и я торгую оружием по всему миру. Еще полгода назад я был простым массажистом в Майами-Бич. Ой, упала. Теперь я тут со своим лучшим школьным другом. Будешь со мной работать? Но я против войны. Воевать нам и не придется. Мы с тобой будем грести бабло. Как молодые 20-летние парни заключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов? Ты говорил, что занимаешься постельным бельем. Да, ну и еще кое-чем приторговываем. Я думала максимум подушками. Слава американской коррупции! Сотни миллионов патронов для калаша. Закроют сразу весь заказ. Я не могу вести дела с правительством штата. За мной слежка. За тобой террористы следят? Нацбезопасность, расслабься, бро. Да, мы работаем с теми клиентами, с которыми правительство не может работать напрямую. Мы вот-вот сорвем курс 300 лямов бакс. Это законно? Это не запрещено. Я неплохой человек. Но в такой ситуации я бы спросил себя, а что бы сделал плохое? А в Багдад на тачке безопасно? Вполне. 50 на 50. 50, что умрем, и 50, что нет? Да, потому мы едем ночью. Это безопасней. Насколько безопаснее? 50 на 50. О, что за... Двадцать пять лет брака, и тебе нечего сказать? У меня есть. Я переспала с другим. Будешь продолжать, но выйду факт, из машины. Но этот факт, что я на такое решилась, говорит о том, как у нас все плохо. Хорошо. Насколько мы действительно... О, боже мой, Кэл! Ты разводишься? Да. Эми слышала, как ты плачешь в туалете. Мы все решили, у тебя рак. О, слава богу, приятель. Всего лишь мои отношения. Привет, могу я вас угостить? Ага. Давай уйдем отсюда. Хочешь уйти? Да. Что ты сегодня делаешь? Не знаю. Я знаю. В баре полно красивых женщин. Но я не могу оторваться от вас. Пора домой. Преждевременно, но приемлемо. Отогнать вам машину? Выпили? Я отвезу. Эй, любимец дам. Дашь пару советов? Твоя жена изменила тебя, потому что ты потерял себя как мужчину. Ты не мог бы вытащить трубочку изо рта? Впечатление, что ты сосешь. Окей. Сидишь здесь со своей стрижкой от кутюр. И в пиджаке 44-го, когда тебе 42-й нужен. Кредитка. Где у вас портмоне? Ты бы переспала с ним? Черт, господи. Да, наверное. Серьезно? Нужно контролировать свою зрелость, приятель. Может, ты все-таки оденешься? Прошу прощения, тебя это беспокоит? Красота. И что ты собираешься делать со мной? Хочу показать тебя моей жене, чтобы она умерла от ревности. Класс! Я встретил девушку, она играет не по правилам. Она твоя душа, правильно? Верни ее. Сколько тебе лет, говоришь? Я влюблен. Ты не знаешь, что мне делать. Не знаю, когда мы перестали быть собой. Я сказала тебе, что задержусь на работе, и пошла одна смотреть «Сумерки». Мне было мерзко. Рубашку. Зачем? Сними, пожалуйста, рубашку. Серьезно? Тебя как зафотошопили? Самая большая шишка в преступном мире – это Кэлвин Симс. Дебил! У тебя башмак на колесе, а еще один будет в заднице. Прости, Кэл. Он снова в деле. Ведь такой куш выпадает раз в жизни. Вот так камушек. Но что-то пошло. Королевский бриллиант пропал. Наперекосяк. И чтобы завершить дело, Грёлик у тебя подкинул. И что теперь? Достать надо. Ему придется залечь на дно. Есть план, йоу. Ага.
в детской кроватке. Дорогая, смотри. О боже, подкидыш. О, гусики. У режиссера Кинана Айвори Уэнса. А вот и Кэлвин. Очаровательно, как из передачи о туземцах. И создатели белых цыпочек. Давай-ка жахнем с тобой сразу баюшки. Сладенько. Это грудное молоко. Прибавление в семействе. Я тебе докажу, что могу быть лучшим отцом на свете, а ты мне в этом поможешь. Йоу, Перси, это я. Брюлик у тебя? Нет, меня закрыли, в манеже сидел. Этот малыш, открой ротик. Дэрил, ты что, это ректальный градусник? Устроит не детские шалости. Марлон Уайнс. Уси-пусеньки, поиграть хочешь? Ладно, ладно. Ку-ку, ты где? Ку-ку, ты где? Шон Уайнс. Доброе утречко. Да ты ночью был просто зверюга, тебя словно подменили. Шалун. Тебе чмок. И малышу чмок. Прикинь, он мне язык в рот засунул. Малыши снова в тренде. Пять зим прятался ты от мира. Когда-то ты был великим воином. Я сделаю тебя воином вновь. Как? Ты должен много тренироваться. Дабы твердым стало мягкое. Разум должен победить тело. Ты сосредоточен, Инглиш. Что-что? Учитель, в чем мое предназначение? Миссия хотят, чтобы ты вылетел в Лондон первым же рейсом. Только тогда ты возродишься. Инглиш? Не волнуйся. Я справлюсь. Вы играете, сэр? Я не столь сведущ в гольфе, Такер, но биту держать умею. О! Эти переговоры невероятно важны. Небезызвестные страны Юго-Восточной Азии начали секретные разработки атомного оружия. Нам необходимо заручиться поддержкой Китая. Инглиш? Дайте мне сутки. Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка. Боже, обожаю эту песню. Давайте все вместе. There used to be a great tower alone on the sea. Did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Засыпай, засыпай. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Почему в этой семье никто, кроме меня, не поет? Волейбол. Вот и мы. Чё это за хрень? Это Prancer 15-го года, Honda из Албании. Помчались? Такой придурок потащит свою семью через всю страну. Одри, отец хотел сблизить нас. И я хочу того же. Ещё бы, семья превыше всего. Приветики! Вы, видимо, семья поганок. А? Да я прикалываюсь. У мелкого такое лицо, типа поганки. Иногда лучше жевать. Шила, как у тебя в школе дела? Нормально. Так чё, как в школе дела? Вот как ты говоришь, дебил. Лучше заткнись.
Давай поднажми, пап! Оно быстрее не едет. Может, кролик это типа турбоускоритель какой-нибудь? Да. Что? Что происходит? Почему ты я вращаюсь? Что наделала? Держи руль, держи руль! Тут кому-то башню снесли! Стоять! Та поездка стала кошмаром. И ты все равно решил отвезти семью в Уолли-Уолт. Лучше не надо. Помогите! Да что вы за семья такая? Мы Гризвальды, ты кусок жопы. Шикарно. Назовем его Гризвольд Спа. Почему тут воняет тухлыми яйцами? Это сера, глупыш. Да. Натуральная. Надо это в банку собрать. Не похоже, что это горячий источник. О, дротик. Ты что, дурак? Быстро валим из этого спа. Мы голые и покрыты человеческими отходами. Да ладно, пупсик, не факт, что они человеческие. Сегодня мы поднимем ночные игры на новый уровень. Ну да. Один из присутствующих будет похищен. Ваша задача — найти его. Как настоящие детективы. Кто найдет жертву, получит главный приз. Вы не будете знать, что реальность, а что нет. Стоп, вы не имеете права вламываться сюда. Так натурально. Помогите мне! Попробуйте этот сыр, это просто... Супер. Кто сунется за нами, пристрелим. Ясно, ясно. Осторожней за рулем. Мне очень нравится, когда приятные люди дружно играют в интересные игры. Нам идти за ним? Похоже на то. Раймеди первым. Чё-то стрёмно. Ты! Чё за хрень? Чёрт! Что за хрень? Это не шутка. Вы реально в опасности. Пушка тоже настоящая? О, нет, нет, Энни, нет, не надо! Ненавижу эту игру! О, черт! Сейчас отмоем. Полный отстой. Стоять! Не надо, у меня дети. Какие дети с такой фигурой? О, спасибо. Да! О нет, он умер! Это инструкция, как извлечь пулю. Спирта не было, я взяла бутылочку шардоне. Молодец, не растерялась. И еще пищалку. Как псу. Щиплет, а? Погляди на Джоди, красавица, а? Да, очень хорошо. Брось, ты с Джоди 5 лет тянул, и у тебя была куча причин с ней расстаться. Наверное, это ошибка. Это ведь стол для детей. Этот стол не для детей, он для одиноких. Знаете, сколько я перецеловала лягушек, пока не встретила принца? Это на тебе! Парень, который никогда ничего не обещал... Сама идея семейной жизни, это же навсегда. Наконец-то решился. А как ты занялась изучением... Экологии? Захотелось посвятить себя любимому делу. Она шикарная, веселая, вообще супер. Когда-то придется зажмуриться и броситься в этот омут. Но я с ней всего 1.5 месяца. Благодари бога, что такая фантастическая женщина вообще тебя заметила. Можете поцеловать ее. Ты представляешь, я все-таки прыгнул с этой вышки. На следующие 3 недели поедем с ней в Кабо. А у тебя классный голос. И ты будешь регулярно его слышать. Ближайшие лет 40 или 50. Какие они милые, как и мы лет через 10. Надеюсь, все-таки не через 10. Ну, может, ты и прав. Я в математике не сильна. Эдди, поймаешь? Милая, ты что? От режиссеров все без ума от Мэри. Так ты нюхала... И перегородку повредила. Это совсем не то, о чем ты подумал. Что, я ничего не слышу. Ну и как, Лайла? Как только поженились, словно стоп-кран сработал. В чем дело, Энди? Ты что, девчонка? Она просто кошмар. Пошел вон! Постой, постой, ты серьезно? DreamWorks Pictures представляет. Я Эдди. Очень приятно. До дна!
Комедию о том, как подходящая девушка нашлась. Слушай, а эту твою другую не волнует, что ты молодожен? Драка! А я этого до конца еще не сказал. В самый неподходящий момент. Где ты был? Я влюбился в Миранду и ни разу не изменил ей со своей женой. Эдди! Бен Стиллер. Все нормально? Нет, у нас все ненормально. Девушка моих кошмаров. Скоро на экранах. Вышло. One, two, three, get loose now. Пап, мам, что случилось? Из года в год вы приходите на семейные торжества и все портите. На свадьбе сестры вы должны быть с девушками. А то, когда вы один на один, вы слетаете с катушек. Да нифига мы не слетаем, пап! Каких еще катушек? Мы не подведем Джинни. Надо найти нормальных девчонок. Но вот где? Что? Мы сделаем нечто потрясное. Это Майк и Дэйв Стэнглы. Им нужны спутницы на свадьбе сестры на Гавайях. Отличный шанс поехать на Гавайи на халяву. Мы ищем хороших девушек. Воспитание хрен найдешь. Они уходят. Так и задумано. Все в порядке? Теперь да. Я спас ей жизнь! Она жива! Она жива. Я спас ей жизнь! Я... Бабушка, это Элис, она жутко умная. Это Татьяна, она учительница. Детям надо все по 100 раз повторять. Они невероятно тупые. Сыграем в боча? Ну что, поддадимся? Ни в коем случае, но сразу их рвать не будем. Дадим им проиграть с достоинством. Мы победили! Есть охотницы за членами. Вы что, там порно смотрите, что ли? Нет. И еще крестный сосед. Но мы вряд ли врубимся, раз не смотрели крестного отца. Кто они такие? Они же не должны нас позорить. Блин, да она Супермен! Теперь ты, Майк! Да куда тебе? Они могут, значит и я могу. Ложись! Не ужасно. Просто Барби после пожара. Под стать черному Кену.